Итак, ребят, всем привет, вы на канале ArtPlay. Судя по названию видеоролика, вы уже, наверное, поняли, пойдет о чем речь, да, у нас сегодня. Короче говоря, я пока приостанавливаю выпуск видеороликов на своем канале. Увы и ах, пацаны и девчонки, если кто там меня смотрел, ну, простите меня, но мне просто нужно это приостановить, потому что у меня на следующий год, в мае уже будет защита диплома в универе. Я программист, на программиста учусь, пятый курс. Параллельно еще работаю, так что как-то ютубом, ну, неохота вообще заниматься. Из-за того, что очень мало просмотров, понимаете? А просмотров всего лишь там, ну, по 10, ну, 20 просмотров, но это ни о чем, понимаете? Я 2013 года этим занимаюсь, и как бы, ну, что-то поднадоело. Это 9 лет, да, ну, будет 10, наверное, лет. У меня было несколько каналов до вот этого канала. Прошлый канал заблокировал YouTube. Очень обидно было. Я вообще не хотел начинать. И вот опять начал, и что-то попробовал. И, короче, опять нифига не получается. И, короче, вот так. Короче, я пока приостанавливаю выпуск видеороликов. Канал удаляться не будет, я его не буду удалять, он будет существовать. Но видеоролики и шорты выходить не будут. Ну, примерно до мая-июня следующего года. Уж простите меня, пацаны, просто, ну, я устал. Реально, вот здесь у меня эта бимка сидит, YouTube здесь сидит, просто надоело, понимаете, надоело. Накипело, надоело, нету, блядь, просмотров, нифига нету. Вот и все. Просто заранее прошу прощения, если кто-то ждал бимку там, да, пока мисс нет. Ну, просто пока вот тут приостанавливаются все действия. Мне нужно сосредоточиться на учебе, на работе, и не тратить пустое время, как бы, точнее, не так сказал, не тратить свое время на YouTube. Потому что, ну, бесполезно. Не добьюсь я таких успехов, тьфу, ё-моё. Ну, вы поняли, короче, как у других ютуберов, потому что, ну, нет смысла вообще с ними, как бы, соревноваться, тягаться, конкурировать там или еще как-то. Я и не надеялся там, что я буду там, блядь, известным каким-нибудь там ютубером. Нет. В своих кругах, да, что были, и у меня есть некоторые подписчики, которые там, ну, любят это бимку смотреть, но надоело. 2013 года я занимаюсь этой бимкой. Надоело. Другие видеоролики вообще не идут. Ну, единственное, что обзоры на товары там более-менее что-то набирают просмотры, и покатушки на электросамокате. И то уже там, ну, короче, нет, это, видимо, не мое. Простите, пацаны и девчонки, если кто там вообще меня смотрит. Ну, пока я себя приостанавливаю вообще все, ну, выпуски видеороликов на канале, короче говоря. Простите еще раз меня. Как бы канал будет существовать, я его не удалю. И, как бы, может быть, в следующем году, в июне, может быть, в мае даже, примерно, я, если все хорошо, удачно будет с дипломом, если я его получу, я ебану стрим. По этому поводу, кстати говоря, можем будет даже рубануться там какую-нибудь игрушку уже спокойно, с счастливой душой, блин, спокойной душой, поиграть в какую-нибудь игру, да? И отпраздновать это дело, если все хорошо будет. Я не буду загадывать, конечно, но кто знает, потому что у меня еще долги с третьего курса идут, как бы я фиг его знает, надо будет сдавать. Ну, короче, а пока что я, ну, приостанавливаю выпуск роликов. Я надеюсь, вы поймете и оцените этот последний видос лайком, там, видео выходили последнее про бимку. Бимку нахер больше не буду писать пока что, ну, вообще не буду пока писать. Нет просто желания на нее. И на другие игры, так что вот, думаю, вы поймете. Ну, пишите свои комментарии, там, не знаю, гневные, не гневные, по барабану. Вообще, я думаю, вы должны понимать, что не все вертится вокруг YouTube, понимаете? Если ты работаешь и учишься, еще параллельно занимаешься YouTube, да нахер мне тут YouTube, я пойду лучше в спортзал, блять, покачаюсь, правильно? Пользы больше будет. А это YouTube, это пустая трата времени. Было бы мне лет 20, другое дело, можно было попробовать, но не, нахер его в жопу. Пока что я не хочу им заниматься, просто накипело, надоело и... Ну, короче, вы должны понять меня. Еще раз перед всеми извиняюсь. Спасибо всем за поддержку, кто меня смотрел. Надеюсь, вы не уйдете, хотя
какая разница, уйдете, не уйдете, если я уже сказал, что видеоролики не будут уходить, значит, выходить, значит, вы по-любому кто-нибудь уйдет. Да и ладно, хрен с ним. Значит, не мое это, значит, это мне не надо. Уж простите, пока что вот, ну, примерно до июня, до мая, блин, короче, ничего не будет выходить. Вот. Еще раз спасибо всем за поддержку, за комментарии. Просто я устал. Вот. Ладно, всем пока. Надеюсь, когда-нибудь еще увидимся.